Итак, всем привет! И мы будем начинать или продолжать играть в... Люди, я забыла, что мы играем. Я не чисто забыла, что мы играем. Опэкрафт, я это вспомнил. Да, ей. И почему-то у меня лагает. Отлично. У меня FPS сначала на 36, потом, когда я поворачиваюсь, уже... Во, на 30 FPS стал, на 30. У меня просто в фрапсе максимально 30 FPS. И почему я прям здесь? Потому что я делал видео. Это голова Овнера вообще-то. Не, это голова Овнера вообще-то. Я делал видео и забыл сделать его с микрофоном. Большое вам извинение, то, что вы пропустили такой хороший момент, потому что там был очень хороший момент вообще-то. Но, как вы видите, мы вышли из варзоны. Я вам покажу спавн и все другое, как вы хотите. Но сначала начну с этого хорошего места. Смотрите. Короче, если вы понимаете, зачем я использовал навык, когда я только мог пролезть сюда, я не знаю. Окей, так. Ну, да, как там... Эх, так, просто пошли из варзоны, как вы видите, с помощью апосов или золотые яблоки мы можем получить огнестойкость. Огнестойкость делает так, чтобы мы не горели в лаве, или мы горим, но все равно у нас дамаг не делается. И это 4 или больше минут. Я хотел сказать секунду, но нет, не секунды, это вообще-то минуты. Вот это секунду, вот это минуту. Минуту, секунду, минуту, секунду, минуту, секунду. Понятно. Как вы видите, бедрок, это... Как вы видите, здесь есть киты. Потому что это ВПКрафт, здесь бедрок очень легкий. Ты когда кит-стартер выбираешь, то получаешь где-то вот такое большое магазинение бедрока. И это почти самый лучший ранг на всем сервере. Поэтому, да, надеюсь, вам это понятно. И мы идем теперь спавн. И это не варзона, поэтому здесь можно все ломать. Ой, я лучше звуки выключу, а то как-то слишком громко. Знаете, я вообще лучше Майнкрафт пониже сделаю. Вообще, я все пониже сделаю. Вот так. Все будет пониже, так что надеюсь, вы меня тогда плохо не будете слышать. Но сейчас это гигантская гора. Я не знаю, почему я их кушаю, просто у меня такое чувство, что всегда на меня кто-то нападет. Поэтому, вообще-то, мы хотели с другом сделать сервер, но... Нет, не сервер, но играть это. Но... И как бы у меня здесь есть друзья, и у нас собственный факшес, мы уже сделали. Мы, вообще-то, я это рассказывал в первом эпизоде, когда... Я потерял... Когда я звуком забыл рекордить, так что простите меня большое. Так что начинаем с самого начала. Так. На чем мы там остановились? Простите большое. Это просто у меня там что-то свалилось или что-то вроде этого. Не бойтесь, ничего не пострадало. Так что, короче, просто не хватит тянуть время. Идем сразу на спаун. Пора все вам показывать. Дается 4 секунды вам. Вы не должны ни мувиться, ничего. Ну, вы можете так еще и так сделать. И так далее. Ну да. Ну... И, ну, да, здесь есть еще дроп партии, ДП, варп, дроп партии. Ну, и оно вот там наверху. Ну,
Да. Здесь. Или просто троп-партия. И все там такое. Ну, короче, просто это троп-партия, это наверху на спавне. Это вам понятно. И спам, вы видите, у нас спам такой разукрашенный. 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 А, кстати, эндер-честы. Это... Да, это стартеры, это все стартеры. Вы вообще получаете по стаку всех айтемов. По клазуритам. Есть лизиагастов. Но вот здесь, да, на спавне можно просто идти, брать, уничтожать вещи. Что-то не надо такое, просто кидаешь, не хочешь, кидаешь, и все. Ну, как видите, на этом сервере очень много людей. И шопик я потом вам покажу, потому что сначала я объясню про люди. Так, здесь есть donations. Вы можете донатить, вы можете еще... целнуть то, что у вас есть в шопике. Вы еще можете войтить. Это очень хорошо. Войт. Ну да, вы еще деньги за войт получаете. И так далее. Так, что я там хотел сказать? Да, вы можете донатить. Здесь есть 4, я думаю, 4. Я не помню совсем, простите, если я ошибаюсь. Я думаю, 4 ранка. Это, кажется, нормальный ранг. Не, VIP ранг. Да, VIP ранг. Потом, кажется, VIP плюс, я не совсем знаю. Потом элит, MVP. Не, кажется, больше, да-да-да-да. Здесь есть год, да-да-да-да-да, здесь есть дофигища. Ну, не дофигища, но здесь есть. Ранки есть. Ну, короче, есть год, это почти самый лучший. Это голова Овнера, повторяю. И есть еще, ну... Вы этого не видели. Это тоже было, наверное, самый смешной идеал в самой первой серии. Мы это видели. Я буду использовать этот мяч очень много раз, потому что он лучше моего нормального стартера мяча. Но хотя у него дербилдить может сломаться и все такое. Но это почти самая опишная армушка мне он дал. И это Аппла. Ну, разница с года аплами и стартапами вообще ничего нет. Но просто можно называть их года аплсами, потому что вот эти золотые яблоки их тоже называют года аплсами, если вы играете в Майнкрафт. И так далее. Ну, кстати, да, обратно. Есть год, элит, МВП, кажется, еще стартер, еще VIP и, кажется, VIP плюс. Ну, да фигища ранков. Есть еще Overlord. Ну, короче, просто заходите на этот сайт. Я там сайт и IP в описании. И вы можете играть, заходить на этот сервер, потому что на нем очень хорошо. Это очень хороший сервер. Здесь хорошие люди. Ну, может быть, не все, но... Это как бы гриффинг сервер. Ну, не гриффинг сервер, но здесь можно рейдить. Поэтому, если вашу базу зарейдят, то тогда, если вы не хотите, чтобы вашу базу зарейдили, просто не играйте на этом сервере. Потому что, как бы, рейды, они, если вы неправильно базу строите и делаете, они могут вас зарейдить даже очень сильно хорошо. Ну, и так далее. И еще. Да, кстати. Но видите, у них как бы они вообще айпишные, вообще годы. Они могут быть в креативе, у них может быть любой айтем. У них, кстати, VIP это самый маленький ранг. И они могут и так менять ники. У нас ник всего лишь вот такой у нас маленький зелененький ник. И сказано, откуда мы еще. Из Dead Army. Это наша Factions. Я потом вам это покажу. Голова Овнера. Я вам покажу это на Factions, потому что... Ну, на нашей базе. Потому что... Ну да, здесь инвиз можно... Здесь
Дофигища. Ты вообще можешь быть в креативе еще в команд-блоке. Вообще можешь себе все что угодно получить. Нет, чисто все что угодно. Я не помню, это чисто все что угодно. Посмотри. Наша армушка очень хороший fire protection. Так что огнепрочность 35. И это не самый лучший ранг, насколько я думаю. Да, это не самая лучшая армушка. Вообще есть намного... Ну, не намного, но лучше. Ну, теперь я вам покажу вам сам вид этого сервера. Видите, что спаун он очень хороший, как бы большой, но внутри он как-то чего-то не хватает, как бы слишком жуткий. Было бы лучше, если бы, я не знаю, либо... Сейчас украсили его, я не знаю. Ну, это уже их дело, это не мое. Так что, пойдем. Это PvP, это варзона. После варзоны, я чуть не упал. После варзоны мы идем дальше. И у нас, я на всякий случай года послушаю, потому что здесь бывают люди, которые просто хотят PvP. Но просто спаун отсюда выглядит очень даже красивым, я хочу. Он очень хороший, разноцветный, но только его внутренность не нужно. Просто так думаю. И как вы видите, здесь какие PvP-ры. Чувак, не бойся, он хакер. Простите, люди, он хакер. Он чисто хакер. Он хакер. Видели это? Смотрите. Видели? Подождите. Ну, в это видео он хакер, посмотрите. Я сейчас иду за него. Он меня бьет! Он хакер. Он чисто хакер. Он чисто хакер. Моя армушка почти сломалась. Ну, короче, он меня убил. Он меня убил. Мне хана. Отлично. Мой друг будет. Пожалуйста, не говорите. Мой друг. Он на меня так рассердится. Ну, хотя он мне даст новые листовки, и ну я потерял. А, я не потерял эту голову, эта голова умерла. Но я потерял меч. Вы не видели, что было на мече, окей? Вы не видели. Ну, мы начинаем сначала, так что почему нам не начать сначала? Как-то логично, да, люди? Давайте начнем сначала. Так что начинаем сначала. Это все стартовые вещи, не все, это просто киты, это просто армушка. Просто у нас был PvP-файт вместе. Нет, честно, мне как-то не повезло с этим. Надеюсь, у меня на меня ничего там хорошего не было. Не, у меня всего лишь самый лучший меч в мире. И, ну да, ничего хорошего, просто самый лучший меч в мире и все. Ну да, как вы видите, здесь другие ютуберы. Намного лучше, чем у меня. Их 800 суперов у меня вообще будет, наверное. Когда я вытащу это видео, у меня вообще будут меньше субов, наверное, потому что они не нравятся, чтобы я спамил. Или что-то вроде этого. Ну, здесь спамы есть. Есть одна команда со спамером. Со спамами. Да. Там как бы есть такая, они по скайпу говорят, у меня такое, и потом спамят. Есть такое, но это не случается так много раз, так что надеюсь, все будет хорошо. Но то, что я хотел сказать, ну как бы все, если честно, они не помнят. Ну да, вот стартов, чисто фигища стартов. И... Окей, немножко подумал. Вот у меня такие полагивания, простите, большое. Overpower Creeper есть. Так, лучше не будет на базе слишком много, потому что у меня была вообще самая худшая армушка, и я вообще самый худший в PvP, потому что вы видели, как меня убил. Но... Ну, вы заметили, он был хакером. Просто говорю это. Просто говорю это. Я просто вам это говорю. Простите, но... Просто...
Я как-то прям захаки и все такое, так что. И когда я вижу хакера, я просто почему-то просто начинаю говорить хакер и все такое, так что простите меня, но. Не знаю, почему я вообще это пью, но вот видите, я вам говорил, секунды. Ну да, кстати, здесь еще аксионы есть, это наша база, запомните это. Это будет очень много раз, и здесь есть все при всем, можно энчантить, можно... Есть любой меч. Мне кажется, он даже лучше, а не-не-не, он не лучше. Я не по урону смотрю, но по энчанту. Не, по урону, Да, у них, кстати, еще тоже YouTube channel есть, если вы хотите, его маленький шатаут на них, если вы хотите. Только если вы хотите. Хотя, ну да. Спавн. Идем обратно в спаун. А не, кстати, я вам все варп показал. Здесь еще есть варп-шоп. Ну, я вам показал, что там в этом шопике, но. Да, вы видите, как бы это варп-шоп. Просто. Если тебе лень пойти спавн сюда, просто нажимайте на варп-шоп. Ей! Ну да, как я вам говорил, войд, получайте деньги. Ну, шопик он маленький, так что. Деньги здесь только на аукционе можно брать, кстати. Вообще бай. Здесь есть бедрок. Это я вообще не знаю, что это. Ну да, здесь фетиш. Ну, это блок ID, я не разбираюсь, пока иди, прости. Но это вот это не лава бакет, это просто лава в руке, как бы она будет, вот, как бы вода. Вода вот здесь, и лава, как бы, вот такая тоже большая. Она на весь экран, ну, как бы на весь блоки подставляются. И кажется, сам фейерверк, если хотите, можете, он хорошие яблочки кинет. Спасибо, чувак. Спасибо. Ты хороший. Еще. Здравствуйте, пятый еще на ютубе. О, это все стартер, да, он стартер. Хотел это все продать, но не сумел. Прости, чувак. Ну, и так далее. Но... На этом, кажется, все. Будем заканчивать. Послушаю маленькое яблочко. Еще одно. И я думаю, мы уже... Я не знаю, почему я кушаю яблочко, мне просто дофигища яблочек, зачем они нужны, все равно. У меня не самая лучшая армушка, ну, была, потому что вы видели, как они меня ваншотили даже с яблоками, так что это ОП крафт, здесь зависит до самого большого кита, ты выигрываешь, это все, как бы... Я не знаю, как это назвать. Я хочу назвать это pay to win, но я не совсем это думаю, это pay to win, потому что нормальные деньги здесь есть, и можно покупать, как бы, Overlord Armor, как бы, вот здесь, если, как бы, есть, и есть что-то. Поэтому, ну да. Как вы видите, нельзя ломать блоки. Или стекло на спавне. Почему? Потому что это спавн, и нельзя гриферить сам спавн. Так что здесь есть rules. Ну, если... Простите. Если вы понимаете английский... Ну, как бы, если вы понимаете английский... Вы понимаете, что здесь написано, но... Это английский сервер, я хочу вам еще сказать, так что здесь кто-то хочет email. Я знаю, для чего они используют этот email, да, спавн гигантского. Но просто нашли хакера, начало всех начал. С вами был Никита. Или может быть слишком рано. Может слишком рано это получивать. Иначе согласен. Но...
интересно. Просто что просто я не знаю, что еще делать. Потому что, кстати, у нас ОВ PowerPlay срод. Интересно, как он ОП? Если я его потеряю, я чисто, если я его не потеряю, я могу отбивать и убивать и киллить. Ты знаешь, нет, мы будем собирать ОВ PowerPlay срод. Не сейчас. Мы будем пофаниться немного в Overpower в сервере потом. Сейчас мы можем, наверное, варпить PvP или вар PvP. Ну, как вы видите, здесь нет как бы такой PvP-шки, так что не нужно PvP-шиться вообще вот здесь. Здесь нет арены. Ну, так что, если вы хотите, короче, что-то сделать, ну, просто получайте это. Это все. Все, что я хотел сказать. И, кстати, донорланки тоже могут у них ability fly, так что, если вы хотите донатить, вы можете просто fly, и еще вы можете lightning делать. Ну, и вот, видите, как здесь какой большой PvP-шн. Самый лучший PvP в мире. Это что этот? Это не тот. Ну, это не хаки. Погиб. Меня убивает. Интересно, они меня вообще могут убить? Потому что я пытался PvP-шку все с моим другом. И вот такая вода. Кстати, у меня все по-русски, так что легче будет для вас. И даже для меня, хотя для меня, простите. Просто подположу сюда старт. Что сюда? Вообще сейчас что? Просто сюда. Ой. Вот и фейл. Нет. Как? Окей. Бум. Ну, это вообще надо выпить лучше. Не будем лишний спейс делать. И так далее. Да, подождите секунду. Сейчас мы уже будем заканчивать, потому что и так уже прошло слишком большое время. Так что всем пока, с вами был Никита, или Майник, как вам угодно. Ну, удачи и всем пока. Надеюсь. Самая длинная серия в мире. Вообще-то, самая прошлая серия закончилась, потому что мы дисконнектились из сервера. Вот почему. Но надеюсь, эта серия не была такая длинная и скучная, потому что я просто вам показывал в разные территории и все такое. Так что всем пока.